Отвороты, броски и болевые приемы – привычное дело для самбистов. Атмосфера в зале накаляется с каждой минутой. Держать удар даже опытным и сильным борцам получается не всегда. К тому же из-за пандемии тренировки длительное время были под запретом. Наращивать форму ребятам пришлось в сжатые сроки. Соперников нельзя недооценивать. Несмотря на то, что я первые две схватки выиграл чисто, сейчас уже круг за кругом соперники все сильнее. И тем не менее, пока удается выигрывать. Турнир в этом году собрал почти 170 спортсменов со всей страны, от Москвы до Дальнего Востока. И с каждым годом, по словам организаторов, число участников только растет. Очень большой получился толчок в развитии. Открылось отделение в училище Олимпийского резерва. В центре спортивной подготовки заработали ребята. Поэтому прям определенная популярность есть и много желающих заниматься. Ну вот, к сожалению, не во всех районах есть такие условия, спортивные залы. А желающих много. К слову, этот турнир – хороший шанс проверить свои силы и амбиции перед большим чемпионатом России, который стартует в конце февраля в Оренбурге. Анастасия Бертенева, Андрей Печоркин. День с толком.